них Россия была и нет. А я все ж таки хухрик. Что это по-русски, господин Синица? Хухрик. Да. Вот те, которые поумнее, сидят себе в Берлине, сочиняют контрреволюции, а тех, кто попроще, швыряют. А гестаповцев разве забрасывают? Я ветеран нации. Это справедливо? А? Вайс! Я не слышал это, господин Хакке! Я тебя пощупал, понял? Ну и что? Ничего! Сойдешь за ангелочка! Вот только никто не будет знать, как ты с петлей на шее захочешь прорать Хайль Гитлер. А ты где будешь в этот момент? Вот она, родная. Говорят, мгновенно. Сглотнул и капут. Кто говорит? Кто пробовал? Правильно. Но все ж таки химия. Специально для вас. Очень хорошо. Что фрау желает? Вино белое. Одно вино. Фройлен Николь. Что вам угодно? Я восхищен вами. Господин Эфрейтор, вам ваши родители говорили, что входить к даме, не постучав, неприлично. Я готов постучать хоть 16 раз. Николь. Да-да. Проводите господина Эфрейтора к Полонскому.
Подождите меня. Витта. Пан Полонский, вчера водопровод не работал, и пиво было крепче. Сегодня тоже водопровод не работает. Откуда же столько воды? То не вода, пан, то мои слезы. Пошли. Выполняем циркуляр фюрера о поддержании в народе хорошего настроения. Я думаю, для нас с вами наиболее подходящей крышей будет, ну, вы за мной... Артистка, какие могут быть церемонии, правда ведь? Пожалуй. Я Эльза Вольф, мать полька, отец, конечно, немец, погиб. Не беспокойтесь, свои. Русский. Русский? Алексей Зубов. Летчик, лейтенант. Был сбит, попал в окружение. Партизанил с поляками. Мне нужен был помощник, я провела его через центр, и вот теперь он Алоис Хаген. По сцене Николь. Неплохо. Медаль вместе с легендой получили? Нет, они дали. Ефрейтора тоже. Представился так. Случай, рискнул. Значит, я обретаю в вашем лице армейского покровителя. Очень кстати. Поехали. Не быстро, пожалуйста. А теперь я буду одна выступать. А Николь? У него задание жениться. Помним Фридриха Ницше, белокурое бестие на белом коне, покорившее мир. Еще раз здоровье нашего гостя, доблестного аса. Первая бомба-торпеда сброшена на Москву. А это кое-что значит. Как тебя зовут? Катрин. Катрин. А тебя? Штефан. Я не могла себе представить, что это... Торпеда. Торпеда. Обладает такой разрушительной силой. Представьте себе, баронесса, я сделал специальный круг, чтобы в этом убедиться. И что же? Очень эффективное оружие. Но дорогостоящее. Разумеется. Спасибо, Катрин. Прошу вас, фрау Вайтлинг. Устал и вас утомил. Возьмите на денек увольнительный. Благодарю вас. Удачи вам, удачи. Отвезете мне вайс и свободны. Загляните в аптеку. Хвойные таблетки для ванны и слабительные. Легкое. Вы? Угу. Не желаете ли продолжить удовольствие в одном приватном пикантном доме? В компании с вами? Да. Садитесь. Теперь я один из немногих, кому поручено совершать подобные операции. В таком случае я вынужден вас... Принимайте, пан Чижевский. С удовольствием, пан Николь. Где вам только все это удалось добыть, Вайс? У букиниста Гарлансдорф. Спасибо. Так, а причину вашего опоздания я считаю неуважительной. Женщину мужчины выдумали для того, чтобы оправдывать свои глупости. Нам нужны люди, которые умеют в одиночестве довольствоваться незаметной деятельностью и быть постоянными. Фридрих Ницше. Да. Так, любите Ницше? Он добавил перца в нашу кровь. Как? Перца в кровь. Хм. Отлично. У тебя медаль. За что у тебя медаль? Только за храбрость. А что у тебя есть еще? Голова. Не лишняя деталь. Но, по-моему, майор Штейнглиц и капитан фон Дидрих ценят тебя. Только как переводчика.
Я был бы счастлив, если бы кто-нибудь. Вам я и так за многое благодарен. Я был бы счастлив, если бы обратили внимание на другие мои способности. Можно отправить тебя в тыл к русским. Вы не раскаетесь. Тем более я абсолютно не похож на немца. Тебя можно выставить в расовом отделе как образец арийца. Как вам будет угодно. У тебя слишком длинный язык. Он может повредить шее. Будешь докладывать обо всем мне лично. Какое количество кандидатур вы, как начальник лагеря, можете предложить Абверу? Нет, нет, меня увольте, господа. Это на вашу ответственность. Картотека в вашем распоряжении. Желаю успеха. Прошу вас, господа, пойдемте со мной. Мы широко проводим принцип обезличивания. Это тоже идея господина начальника лагеря. Заключенный имеет только свой номер, больше ничего своего, тасуем их как колоду карт. У советских особенно развит инстинкт организованности. Вы этот инстинкт перешибаете? Совершенно верно. И легче подсаживать доверенных лиц. Вот такие ребята нам нужны. Это личный кадр господина начальника лагеря. Пожалуйста, отойдемте, господа, можно схватить инфекцию. Вайс, займитесь предварительным осмотром, а мы приступим к главному, ознакомимся с картотекой. Как ты думаешь, Аксель? Так. Действуйте, Вайс. Надеюсь, вы нам кое-кого уступите, унтерштурмфюрер. По-приятельски. Для начала спустимся в карьер, там разберемся. Наш лагерь сборный. Материал к нам приходит самый разнообразный. Здесь мы занимаемся отсевом. А тех, кто остается, сортируем, стрижем, бреем, клеймим и направляем дальше по назначению. А черт, голова трещит. Ночью дежурил у газовой камеры, ликвидировали пару эшелонов. Вот это. 73-00-12. 73-00-12. К унтерштурмфюреру. 73-00-12. Я могу вам предложить хорошие условия, если вы согласитесь сотрудничать с нами. Желаете вы помочь нашему делу? Священному делу Великой Германии? Так точно. Пошел. К сожалению, этого нельзя. Кролик? Да, из подсадных. Но если хотите, я могу показать экземпляр совершенно иного сорта. 74-00-14! 74-00-14. Я могу вам предложить хорошие условия, если вы согласитесь сотрудничать с нами. Я не понимаю. Что вы не понимаете? Не понимаю и все. Марш! Это вы к финишу. Момент. Разреши, я его потрясу. Курить. Сволочь. Давайте пока того. Есть. А сами поторопитесь с документацией. Так, иди сюда. Номер 73-00-12. Кого можешь еще рекомендовать? Номер 73-00-18. 73-00-18. 73-00-21. 73-00-21. 73-00-30. 73-00-30. Отличные ребята. Так точно. А кто, по твоим данным, подлежит ликвидации? Значит так. 74-00-14. 74-00-14? Самый вредный. Молодец. Так точно. Напишешь рапорт, но помни, будешь болтать, мы тебя повесим. Слушаюсь. Карточки подобраны. Дай ему пару раз по морде, чтобы выглядел понатуральнее. Я думал, вам ассистент нужен, а вы, оказывается, сами. Я должен вас огорчить. Заключенные в лагере задушили четверых
из 5 отобранных вами для разведшколы. Голубчик, сделайте мне грелку, пожалуйста. Неустойчивая погода. Она действует на меня угнетающе. Люди в моем возрасте становятся чувствительными ко всяким переменам. Я не предлагаю вам сесть, господа, ибо вы можете расценить это как мою неуверенность в вашей армейской выносливости. Администрация лагерей, по-видимому, не желает расставаться со своими осведомителями. Она предпочла выдать их заключенным службе СС, желательно помешать нам военной разведке. Я доложу об этом адмиралу Канарису. Голубчик, дайте-ка мне это. Мы должны содрать с восточных военнопленных тонкий слой советского лака и, превратив их в зверей, тысячами забрасывать их на парашютах, чтобы они, как тифозные вши, покрыли землю, превратили ее в ад. Вот что сказано фюрером. Этих на оформление есть? Сопляк интеллигент. Да, но продавший советские верования. Здесь? Ты болван, Штайнглиц. В свое время ты умел работать с пистолетом, но головой никогда. Вайс! Что вы думаете о курсанте по кличке Фаза? Мне трудно сказать. Нетерпелив, высокомерен, ни с кем не сближается. Лучшие агенты – это бывшие уголовники, по опыту знаю. Хрящ, значит. Так точно! Часто привлекался по суду. Как я депутат Верховного Совета всегда вычеркивал, отметить? Отметить? И на ихние займы не подписывался. Кличка. Гога. Встать. Гога. Я не попадал в окружение, я сдал сам. Я принципиальный противник советского строя. В профсоюзах состояли? Состоял насильственно. Вам надо дать политическую оценку советской системы. Зачем? А затем, что если вы задумаете вернуться назад, вас повесят на первом же столбе. И так повесят. Не надо улыбаться, это лишнее. Кличка? Туз. Я против зачисления Фазы инструктором по радиоделу. А я настаиваю на своем решении, господин заместитель начальника школы. Официально. Вы начальник контрразведки, я вынужден вам уступить. Официально. Своеобразный юноша. Энергичный, из интеллигентной семьи. Стоит подумать о задании с дальним прицелом. Если, конечно, крепко внушить ему наши истины. Я полагаю, что вам, как начальнику школы, не бесполезно обратить внимание на этого курсанта. Именно как начальнику школы, не более, без идеологии. Наше с Герлахом дело административное. Но нам не хотелось бы, чтобы в наши отчеты в Берлин вкралось чрезвычайное происшествие. Вайс! Дежурный, Вайс! Выпусти его. Курсант Фаза, идите на занятия. До свидания. Auf Wiedersehen. Инструктор! Кличка Хрящ! Кличка Шаман! Кличка Гога! Кличка Фаза! Фаза, идите сюда! Прилично работаете. Откуда знаете радиодело? Радиолюбитель.
Давно, в детстве занимался в Доме пионеров. Из Москвы? Был из Москвы. Вам 19? Скоро 19. В армии с начала войны? Я из ополченцев. Пойти в школу сами изъявили желание? Нет, направили. Но я разделяю ваши убеждения. Например? Например? Всевластие сильной личности, например. Подробнее. Подробнее? Разумом человека управляет действительность. А Германия практически доказала, что она сильнее, чем Советский Союз. Право каждой свободной индивидуальности перейти на сторону сильного. А Родина? Это все отвлеченно. Родина, нравственность, воинская честь — старомодные понятия. Занимайтесь. Курсант Синица. Слушаю, господин инструктор. Присматривайте за фазой. Слушаюсь. Ein, zwei, drei. Господин Хаки, курсант Синица подает какие-нибудь радио надежды? В основном в азбуке Морзе стукач. Среди них есть способные ребята? Есть. Фаза. Курсант Фаза – великолепный парень. Как будто ему в Гитлер-Югенде вколачивали, каким должен быть немец. Такие орлы были на штурмовиках идейный. Ein, zwei, drei. Почему на путях таился? Да ничего я не таился. Вы ко мне по-человечески. Это особисты. Они нашего брата-окруженца сразу того. А вы опыт на шпионах имеете. Вам чистого от нечистого отличить сам Бог велел. Так, кстати, карающий меч в руках предряда. А оружие? Оружие у тебя нашли? Носил. Носил для самообороны. Защищаться от тех, за кого вы меня принимаете. Ты ведь эшелон с людьми должен подорвать. Господи, да откуда у вас такие неверные сведения? Сам говорил. Когда? Когда? В бараке. Ну, чего щуришься-то? Курсант Гвоздь, вы должны пользоваться уликами, полученными при задержании, а вы, Синицы, не исключайте возможности провокационных вопросов. Так я раскаявшегося играю, он против меня местный материал сует. Найдите контраргументы. Выходит, ты теперь совсем пропащий. А ты... Кто в лагере на своих доносил? Кто? Ты? Допрашиваемый лишен права задавать вопросы следователям. Отставить! В карцер! Обоих. А, меня за что? Выдержки не проявили. Продолжайте заниматься. Иди, так иди. Он по-настоящему, изо всей силы. В женском отделении, господа, произошло нечто прискорбное. Курсантка ранила офицера СС. Офицер хотел лишить ее иллюзии. Нехорошо. Неприлично. Я не знал, что у нас пансион благородных девиц. Тонкое замечание. Уличные профессионалки – самая надежная агентура. Какие приметы у осла? Уши. Это ослиные рассуждения, майор Штенглиц. Ефрейтор воспитания некоторых офицеров. Господин Ландсдорф, я не сторонник пессимизма Штайнглица. Среди завербованных есть экземпляры, способные стать крупными агентами. Агенты. Отбросы. Среди них почти нет людей, занимавших у себя на родине хоть маломальски приличные положения. А ты знаешь, что это курсантка, дочь генерала? Оценю ваши усилия, понимаю ваши трудности. Так вот, эта курсантка вскрыла себе вены. Ее вернули к жизни для того, чтобы торжественно расстрелять. Я не сторонник эффектных церемоний. Это работа на публику. Мы, немцы, овладели всеми формами государственного послушания, но нам не хватает артистизма, благодарю вас, некоторых черт реалистической фантазии. Я решил, необходим человек, который вернет объекту иллюзии, вдохновит объект на работу. Таким человеком может быть ваш воспитанник, господа. И согласитесь, господа, что сопровождать дочь генерала должен не ефрейтор, а, по крайней мере, унтер-офицер. Есть жалобы, претензии? Нет. Эти свободны. Идите, девочки. Нюрка – мастер-уникум. В гестапо таких не имеется. С обыкновенным сыромятным ремешком – виртуоз. Мы русские модерны не признаем. Борь, как деды и прадеды. Это она сама утюгом. Нарочно рожу испортил, чтоб к офицерам не вызывали. Чтобы мы за нее отдувались. Ваша фамилия? А у меня нет фамилии. К
Кличка Штырь. Мы полагали, поскольку у нас женское отделение, давать клички по названию цветов. Командование не одобрило. Кличка Спица. Я хотел бы побеседовать с курсанткой Спицей. Девочки? Момент. Ее переоденут. Мы это делаем в особых случаях. В каких? Ну, когда кто-нибудь из приезжающих имеет желание побеседовать. In vino veritas. Белье им выдается солдатское, но мы разрешаем обрезать кальсоны. А из обрезков они шьют великолепные лифчики. Как вас зовут? Ольга. Есть разница между моей школой и публичным домом. Вы можете подтвердить письменно безобразное поведение офицера СС? Я готов написать. А что будет с офицером? На фронт пошлют проветриться. Не одолеть девчонку. Позор! Вас ждал суровый приговор. Но вы, капитан Зеленко, Ауфбаум. И вы, полковник Сорокин, произвели на меня приятное впечатление. Значит, я могу себя считать? Можете. Кем угодно. Но если еще кто-нибудь узнает... Упаси Бог. Пожалуйста, на переднее сиденье. Мне не нравится ваше платье, я прикажу выдать другое. Мне можно приказывать, гестапо. Не имею чести, унтер-офицер Абвера. Цвет пива такой, как кудри пани. Надеюсь, вам у нас понравится. Как здоровье герр Лансдорфа? Отлично. Прошу вас. Хаган, Алоис. Я не могу найти достойных комплиментов, пани. Я русская. О, пардон. Простите, буквально несколько минут. Вы оставляете меня под охраной? Что вы? Хэр Хаген очень приличный пан. Пан Полонский, давайте карты. Садитесь с нами. С удовольствием. Простая игра. Проигрыш, поцелуй. Генерал был арестован в 37-м. Ольга осталась без отца. Ее в свою семью взял полковой комиссар некий Александров. Интересно. А вы не боитесь, что это ловушка? Попросите проверить все и как можно скорее. Хорошо. Зубов устроился. Кто она? Вдова оберфюрера СС. Отлично. Познакомила его с приятелем своего мужа, те устроили его на хорошую работу. Команда теперь полувоенной строительной частью. Большой делец. Отлично. Отвратительная баба. Привязалась к нему, как кошка. Забирай свою эту. Целая и невредимая. Переквалифицировался я. Балетмейстер. Я думал, у них в этом деле порядок, строгий учет. Оказывается, как везде. Тянут все, что плохо лежит. Настоящие? А как же, взятки? Смотри, чтобы они тебе фальшивых не подсунули. Да на черта мне эти камни. Не валяй дурака. На такой камень в лагере человека можно обменять, а то и двух. И, пожалуйста, подробнее. Да, обязательно. В общем, шахту мы затопили с Янышем, с венгром этим. Все. Все. Когда нужно будет, я тебя вызову. И береги себя, чтобы мадам второй раз не вдовела. Она немка? Кто? Та в варьете в Варшаве. Фольксдойч, к сожалению, но я надеюсь на вашу порядочность. Возьмите от солнца. Не надо. Хотите осмотреть город? Зачем? Может быть, есть желание посетить
Магазины что-нибудь приобрести? Музей? Ресторан? Я никуда не пойду. Вы согласились сотрудничать с нами, а ведет себя, по крайней мере, странно с немецким офицером. Вы ведь только унтер. Я в курсе ваших дел. Поехали. Куда? Вы же хотели в ресторан. Только не смотрите на меня, пожалуйста, так. Могут подумать, что вы моя любовница и за что-то сердитесь на меня. Боже, какая порядочность. Мне больше нравится гестапо. Не понимаю вас. По крайней мере, там не притворяются. Кофе, бутерброды. Слушаю. Я думаю, нам здесь будет удобно. Одну минутку. И часто вам приходится выполнять подобные поручения? Какие? Внушать таким, как я, будто среди таких, как вы, существуют приличные люди. Вы же знаете мою скромную миссию. Психологический обыск. А вы думали, ваше желание сотрудничать с нами настолько неоригинально, дайте счет, что не вызовет интереса немецкого командования? Сейчас мы возвращаемся в Варшаву. Вы погостите в одной немецкой семье. Интересно, если вы меня потеряете, вас на фронт сошлют или расстреляют? Момент. Займите пост. Чем могу быть полезен? Господин Хаген, вы не изменили решение? Отнюдь. Разумеется, мы поможем вашему командованию. Я скоро вернусь. Мой муж всегда очень занят. У них в части митинг. Но сегодня он действительно скоро вернется. У нас друзья в гостях. А где же ваша спутница? В машине. Так, пожалуйста, зовите. Свободен. Есть. Вилла господина Хагена. Баронесса фон Корф. Фон Рюгге, имперский советник. Вам необходимо отдохнуть с дороги. Пожалуйста, вот ваша комната. А унтер-офицеру, я думаю, вы разрешите вернуться к своим обязанностям. Да-да. Пусть ваш солдафон проваливает, если, конечно, вы не возражаете. А мы с вами придумаем что-нибудь такое не очень скучное. Пожалуйста, сюда. Ее вещи, спасибо. Теперь, когда русские вам дали пинка под Москвой, вы начинаете ухаживать за дочерьми их генералов. Предусмотрительно. Я выполняю. Вот вы какая. Гордая. Алоис. Мне это нравится. Я вам покажу свой замок. Мы будем играть в карты. А, вы еще здесь, хорошо. Извините, господин советник, нам нужно кое-что говорить с унтер-офицером. Как вас? Вайс. Формальности. Не будем вам мешать. Честь имею. Речугу я рванул сплошные цитаты. Всех довел до полного обалдения. Артист? Блевотина. Девица твоя большая авантюристка, по-моему. От Эльзы. Больше в тайнике ничего не было. Бомбардировщик на аэродроме взорвался. Слышал? Всю ночь проклупались. С Кунартом, с немцем этим. На авиаскладе работает? Да. Он инженер. А вообще пьешь? Да нет, в картишке только. Слушай, ты Эльзе скажи, пускай она мне денег даст. Проигрываю я, у Бригитты брать неудобно. Скупая? Да нет. Она добрая. Это будет гениальный способ маскировки. Такого еще не было.
Наличие рук позволяет работать. А отсутствие ноги, естественно, потерянной на фронте, гарантия тому, что агент при поступлении на танковые предприятия не будет подвергнут специальной проверке. При современной анестезии он даже не испытает боли, проснется. Ваш замысел остроумен и, может быть, психологически неотразим. Но я против экстравагантностей, подобных насильственному оперированию. У военнопленных не детская память. Агент, став инвалидом, утратит психическую устойчивость и, в конце концов, явится с повинной. А вот если бы какой-нибудь несчастный случай... Да, но это военный завод. Это, кажется, танковый завод, господин майор. Да, и здесь как минимум нужен специалист. Ведь одно дело взрывать мосты, другое – диверсии на крупнейшем промышленном предприятии. Научим. Кстати, это уже было. Видите, господа, цветы новых идей вырастают из семян, собранных нами, стариками. Благодарю вас, господа. Я понимаю, вы устали, но не могу вам обещать, что будет легче. Господин инструктор, курсант Синица, вызывали? Да, свободен. Слышал, как Туз говорил Гвоздю, лучше, говорит, умереть красиво за дело, чем подлостью жизнь себе отыгрывать. А может быть, он имел в виду дело Великой Германии? Нет, он совсем в обратном смысле думает. Если что узнаете, докладывайте мне. Слушаюсь. А как этот из интеллигентов? Фаза? Да. Хитрован. Но я-то знаю, чего он прыщ хочет. Выслужиться перед начальством. Не внушает? Не внушает? Понятно. Тузом и Гвоздем я сам займусь. Садитесь. Слушаюсь. Пишите рапорт на фазу. Слушаюсь. Курсант Туз, у вас слишком длинный язык. От этого может пострадать шея. Может, поздороваемся теперь? Ну, слушаю. Мне бы в лагерь опять. Там меня избрали в союз военнопленных восстание готовить. Хорошо, я подумаю. Все это быстрее надо делать! Я раньше вашего брата на КВД не очень-то. Ну, хватит. С кем посоветуешь тут дело иметь? Гвоздь. Еще с кем? Гвоздь. Пока ему одному верю. Что такое? Что? Подвернул, кажется. Дитрих будет уговаривать лечь в госпиталь. Не соглашайся. Ему нужен диверсант без ноги. Ну, если под новокаином стерпеть можно. Ты слышал, что я сказал? Не под каким видом. Слушаюсь. Ваше образование? Два класса и коридор. Кем вы были в лагере? Какие вы имели заслуги в лагере? Самый обыкновенный. Мне один тип подкоп показал, так я его задавил, чтобы других бежать не сманивал. А если этот тип был наш человек? Туз тоже коммунист? Вот что, унтер, брось пылить. Я на такое неподатливый. 10 суток карцера. Идите. Это что за свалка? Прекратить! Курсант Синица. Гвоздь, говорит, хрящу убью, говорит уголовная харя. А хрящ до этого насчет его гвоздевой жинки высказался. Да псих он! Я чуть не удавил за свою бабу. Идите за мной. Становись. Повернись. Валяй.
это вам. Жена. Вот так. Продолжайте. Группа проводит саперно-подрывные работы. Инструктор Вайс. Здрасте, Вайс. Здравия желаю. Ну, как дела? Они уже кое-что... Капитан Дитрих! А, черт, накопали здесь. Капитан Дитрих, опять бумага из гестапо. Администрация лагерей протестует. Вы забрали в школу почти всех внутрилагерных агентов. Это говорит о проницательности капитана. Но гестапо сердится. Абвер вознаградит. Вознаграждение? Где оно? Как говорит наш друг Штенглиц, работает одни, а деньги получает тот, кто руководит. Невозможно работать. Сплошные жалобы. Слушайте, отправьте несколько человек опять в лагерь. Мы можем это сделать. Не представляет ценности? Абсолютно. Действуйте, Вайс. Слушаюсь. Действуйте. Срочно подготовьте бумагу, я подпишу. Хорошо. Заскучали, курсанты? Так, проветримся. Курсант Фаза, бегом на бревна. Марш! Курсант Гога, марш! Курсант Хрящ, марш! Курсант Гвоздь, марш! Курсант Синица, марш! Курсант Шаман, марш! Курсант Туз, марш! Энергичнее, энергичнее! Фаза, Фаза! Валентяй, Фаза! Инструктор Вайс, последите-ка за ними, я больше не могу, от этих скотов воняет псиной. Перекур! А табаку нет, господин обер-лейтенант. Вот поможете нам взять Кавказ, и будет вам табак. Вот что значит проявить инициативу. Оказывается, во всем виноват я. Герлах – ничтожество. Герт – ничтожество. Штенглиц – мясник. Разведка – это прежде всего эксперимент. Поиск, черт. Не отчаивайтесь, господин капитан. У вас грандиозный замысел. Диверсант-инвалид. Я сам отношусь к нему с нежностью. Я преклоняюсь перед мужеством, с каким он перенес операцию. Добровольно. Это сюрприз сомневающимся Лансдорфу. И вам также, Вайс. Фантастично. Поздравляю вас, господин капитан. Я хочу поблагодарить хирурга. Ничего. Поторопитесь. Все мы теперь против них чекисты, штатные и нештатные. Все! Отправляйте! Марш! Марш! Первая тройка готова, господин капитан. Ну, кто из вас испытывает колебания? Пока еще не поздно отказаться от полета. Мы найдем подходящую работу. Никто? Пожелаю. Взлет! Пошли. Пожелаю. Главное – точность информации.
Некоторые после приземления обращаются в НКВД, не советую. Сразу же будете уничтожены. Наши люди будут внимательно следить за вами и на той стороне. Капитан Дитрих ждет от вас четкой работы. Я устроил Фазе проверочку. Выписал ему самоувольнительную. Выдал пистолет со сточенным бойком. Снарядил соответствующую девицу. Нам нужны факты, а не умозаключения вашего контрразведчика. Вы совершенно правы, господин майор. Капитан фон Дитрих – энциклопедия современных методов разведки. Фаза прошел вахту, мне доложили. Штенглиц, вы мне нужны. Капитан Дитрих, подойдите сюда. Кто дал увольнительную курсанту Фазе? Я вас спрашиваю. У меня исчезли из стола списки личного состава. Господа идеологи. Однажды я предложил господин начальник школы отметить особо отличившихся курсантов увольнением в город, но господин майор Штенглиц запретил мне даже думать об этом категорически. Ах, Вайс, вечно вы со своей искренностью. Герлах, организуйте поиск немедленно. Фаза должен быть пойман. Каким образом курсант мог пройти охрану? Это, кажется, ваша компетенция, обер-лейтенант Герлах. Это не идеология, если не ошибаюсь. Господин капитан, господа. Поберегите нервы. Они нам всем еще пригодятся, чтобы отвечать перед следствием. Ничего. Разберемся. Раз уж вы теперь выступаете соло, меньше спорта и больше этого, ну, вы сами понимаете, сейчас очень много женщин ходит на улицах, и если мужчины платят за то, чтобы увидеть женщину на эстраде, она не должна вызывать у них воспоминаний о гимназических физзарядках. Недурно. Пауза. Списки личного состава разведшкола в тайнике. Сегодня же срочно возьмешь и в центр. Хорошо. Они подозревают Фазу. Отлично. Мальчишка уже законченный негодяй. Я тебе бутерброды принес. Спасибо. Всегда хочется есть. Мне даже снится еда. То хлеб, то молоко. Самолет с группой гвоздя сгорел в воздухе. Гвоздь принят нашими на земле. Срочно готовят для него диверсии. Отлично. Как с Ольгой? Получено добро. Отлично. Но может, не знаю, может, не стоит? Стоит. Ну, все. Хорошо. Осторожно, ради бога.
Я очень рада вам, Вайс. А Луис, как всегда, пропадает в части. Ваша подопечная загрустила, не ест, не встает с постели. Я предлагала ей погулять, а она отказывается. А где же граф и баронесса? О, сохрани, помилуй меня, Господи. Я понимаю, у них роман. Но я не понимаю, почему для своих свиданий не выбрали именно мой дом. Ольга вас ждет. Добрый день. Добрый день. Вы не хотите подышать воздухом? А если я не соглашусь? Вы меня заставите? Я жду вас внизу. Хорошо, я сейчас оденусь. Нина. Вы Нина. Дочь полкового комиссара Александрова Николая Николаевича. Ваш отец никогда не репрессировался. Ольга сейчас в Свердловске, учится в политехническом институте. Вы сандружинница, ваша часть попала в окружение. Можете сдать меня в гестапо. Как только командование узнает, что я без глаз, меня все равно швырнут обратно в лагерь. Разговора между нами не было. Вы остаетесь с Ольгой. Идите, вам надо лежать. Ну что это? Зачем ждать? Простите, баронесса, не везет. Ох, главное не столько лекарства, сколько усиленное питание, покой. А чего это у нее? Как обычно, от отсутствия витаминов в рационе концлагерей. Благодарю. Машина у подъезда. Будем надеяться. Ольга останется у меня, пока не выздоровеет. Спасибо большое, Бригитта. Вы знаете, ваш муж так рискованно играет. Да-да, баронесса. Да. Хотите послушать, какими экономическими проделками занимались мы, будучи кадетами с девицами легкого поведения? Разрывали банкнот на части, и чтобы собрать его, девица была вынуждена оказать внимание не одному, а всем, у кого имелись кусочки банкнота. Мы идем? Да. С вашей очаровательной пленницей будет все в порядке. Благодарю вас, баронесса. Помогаю вам, Абверу, баронесса заботится о своем политическом обеспечении. Я же предпочитаю обеспечение материальное. Или вы считаете, Вайс, что мой возраст уже не позволяет просить руки столь юной баронессы? Ну что вы, граф, вы в отличной форме. О. Мы сегодня ночью хотим с Кунартом электростанцию тряхануть. Ты можешь соврать Бригитте, будто меня, ну, в вашу школу вызывают, что ли? Только... Ну, господин Вайс, что вы придумали, чтобы мой муж мог исчезнуть из дома? У него не хватает воображения. Бригитта, откуда ты это взяла? Из сердца. Я сейчас принесу вам кофе сюда.
жаль будет ее, если меня убьют. Вот что. Итак? Я уже достаточно утомил более молодых и энергичных следователей. Буду откровенен с вами. Я ценю мужество, от кого бы оно ни исходило. Через 20 минут вас расстреляют. Это капитуляция с вашей стороны. Не надо бравировать. В конце концов, смерть — единственное, с чем следует считаться. Отвлеченные суждения. Вы склонны к банальности. Смерть за родину. Чего уж банальнее. Вы можете избежать этой банальности, когда мы будем допрашивать вас. Вы верите в загробную жизнь? Когда наши будут допрашивать вас. Не теряйте времени. А стоит ли? Подумайте. Я могу сохранить вам жизнь, даже если вы не сообщите ничего существенного. Для чего? Допустим, у меня сегодня хорошее настроение, и я не хочу омрачать его. 20 минут прошло. Не спешите. Еще коньяк, сигареты. Пасашок. Вы наивны. Полагаете, мы вам дадим умереть героем? Протокол вашего допроса уже соответственным образом заполнен, а внизу воспроизведен ваш автограф. Даю вам еще 10 минут. Подумайте о вашей семье. Идиот, Герлах, нервы гуляют! Репутация этого офицера на родине, видимо, кристально чиста. Шантажировать его не имело смысла. Ваше предложение оказалось нецелесообразным, майор Штенглиц. Виноват, Герр Лансдорф. Пойман Фаза. Уберите, догоняйте нас. Поистине неуловимы оттенки души человеческой. Как говорят русские, не знаешь, где потеряешь, где найдешь. Я скуп на похвалы, господа, но безукоризненно действует ваш инвалид, гвоздь. Положено начало нашей агентуре в индустриальном сердце России. Так можно сказать. Базу взяли уже в расположение фронтовых частей. Когда загнали на крышу, отстреливался до последнего патрона. А потом прыгнул, как с трамплина, ласточкой. Идиот. Медики поработали, сложили, дышит. И что это, истерия? Отчаяние? Страх перед наказанием за побег? Здесь. Списки. Где списки? Да, это вы хорошо придумали, Вайс. Воспользоваться знакомством с господином советником фон Рюге. Я старался произвести самое лучшее впечатление на русском. Отлично. О, первая ласточка из Берлина уже здесь. Ангелика, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Мы показывали фройлен Ангелике женское отделение нашей школы. Удивительную тупость проявили эти девицы в самых элементарных приемах, которые необходимо разведчице. Может быть, фройлен поделится со мной своими знаниями в этой области? Я постараюсь быть достойным учеником. Для этого вам нужно стать моим врагом. Вы умница, Ангелика. Убедите нашего шефа создать школу из девиц, обладающих подобными талантами, и мы все станем кадетами в этой школе. Господа, Герр Лансдорф говорит о принципе подготовки женской агентуры, ибо сильная сторона женщины определяется ее умением воздействовать на слабости мужчины. И если мужчина слаб, то на него ничего не воздействует. Бабы-агентки.
Если бы Фройлен, предположим, стала нашим врагом, я бы не устоял, мне кажется. И мой ученик тоже. Как выяснил сегодня в женской школе, у него иной вкус. Все хорошо. Служба, Фройлен. Ваше самое страстное желание, Фройлен? Присутствовать при казни. Ваш стол. Работать с русской агентурой все равно, что травить зайца волчьей стаей. Не знаешь, на кого волки могут броситься. То ли на зайца, то ли на тебя. Не понимаю вас, Штейнглиц. У меня просто паршивое настроение. Посланец рейхсфюрера запаздывает. Музыку. Присутствие этих господ здесь не обязательно. Племянник штандартенфюрера. А мне плевать, даже если рейхсфюрера. Генрих, откуда ты? Йоган. Знакомьтесь, мой лучший друг из Риги. Генрих. Мы земляки. Господин Лансдорф. Честь имею. Генрих Шварцкопф. Вы получили депешу из Берлина? Особо полномоченный рейхсфюрер, штандартенфюрер Вилли Шварцкопф проехал прямо в ваш штаб. Мы поговорим с вами позже обо всем. Лично подробнее, господин Лансдорф. А теперь последний вопрос в присутствии вашего аппарата. Судя по вашему донесению, в индустриальном центре противника успешно действует наша агентурная ячейка. Возглавляет ее, если не ошибаюсь, Гвоздь, человек с ампутированной вами ногой. Эта агентура дает информацию, что броня советских танков подобна скорлупе орехов. Отлично. Но наши моторизованные части свидетельствуют совершенно обратное. Мы несем огромные потери. За чей счет прикажете их отнести? Я вас утомил, господин Лансдорф. Готов быть вам полезным, господин штандартенфюрер. Мне едва ли. Рейхсфюреру Гиммлеру. События действительно загадочные. Я не очень в этом разбираюсь, а вот наши рассуждают, я слышал так. Русские разработали примитивную технологию своих танков в соответствии с предполагаемой потерей рудных баз. Наши армии не дошли до намеченных рубежей. Тут вина не агентуры, а выходит, генералитета вермахта. Ты стал большим человеком, Генрих. Старина, нам нужно вспрыснуть нашу встречу. Или ты по-прежнему предпочитаешь коньяку пиво, а пиво воду? Да, что у вас там произошло с курсантом фазы? Мы понимаем, что измена бывшего курсанта фазы пятном ложится на нашу центральную разведывательную школу. Да. У меня все, штандартенфюрер. Да, инструктор Вайсон. Комиссия хочет выслушать вас. Господин штандартенфюрер, вначале я не располагал компрометирующими данными о бывшем курсанте по кличке Фазе. Но капитан фон Дидрих приказал мне следить за ним. Мое мнение резко изменилось. Вскоре я получил донос от курсанта Синицы на бывшего курсанта Фазе и в письменном виде доложил заместителю начальника школы обер-лейтенанту Герлаху. Рапорт находится у него в столе. Да. Принесите папку из кабинета обер-лейтенанта. Не знаю, почему моя информация осталась без внимания. Вы свободны. Временно. Я был рад, господин Лансдорф, познакомиться со столь авторитетным в области разведки человеком, как вы. Мы самым внимательным образом проанализируем ваши объяснения. Мой племянник останется здесь. Я
Надеюсь, твои собутыльники в Берлине как-нибудь переживут эту утрату. Я не прав, Фролин? И, кстати, это будет полезно и для Абвера, и для гестапо. Он будет иметь возможность подробно информировать обо всех ваших трудностях. В конце концов, мы делаем общее дело. Я надеюсь, я вас не очень обременю. О, это свидетельство высокого доверия, господин штандартенфюрер. Мы Шварцкопфы, не забывай, мой мальчик. Хайль Гитлер! Хайль. Я надеюсь, унтер-офицер не пострадает за свою искренность. Я самого лучшего мнения об унтер-офицере Вайсе. Поехали. Ну? Главные, езжайте, езжайте! Штандартенфюрер ждет! Здесь отличные места. Вы не хотите подышать воздухом, Ангелика? Нет. Я предпочитаю сидеть в замке. Фройлен права. Трудные места. Партизаны. Спасибо. Бандиты. А у вас хорошо идут дела, Вайс? С вашей легкой руки. Неужели помните? Я готов искупить вину с вашего разрешения. И с разрешения той русской. Костлявые ключицы Фройлен Ангелики не волнуют меня. Хотя начальник школы Герд другого мнения. Вайс, низший чин приносит в жертву невиновного офицера, спасая жизнь своих начальников. А ты, оказывается, непростой прусачок. Все эти комиссии и заседания выбивают меня из колеи, как наша русская. Повязки с рук сняты, с венами все в порядке. Ведет себя, как и подобает дочери генерала. Но психически еще не уравновешено. Может быть, попробовать сильные дозы снотворного? Вы меня заменяете медицинским препаратом? Нет, нет. Делайте все, что находите нужным, но энергично. Она нам скоро понадобится. Врачи все еще обеспокоены вашим состоянием. Командование не знает о вашей болезни. Командование не знает ничего, кроме того, что вы утвердились в решении помочь германской армии, чтобы отомстить за своего невинно уничтоженного коммунистами отца. А больше вы мне ничего не хотите сказать? Хочу, но не скажу. Не могу, не имею права. Доктор. Кофе? Я спешу. Вы улыбаетесь? Боже мой, дитя. Я начала брать у Ольги уроки русского языка. Интересно, но очень трудно. Это мне посоветовал мой Лоис. Странные рецепты дает ваш супруг. Достаточно жестов, чтобы изъясняться с русской прислугой. Я думаю, мое командование сумеет оценить ваши услуги. Ну, что может сделать для меня ваше высокое командование? Хотя, арестуйте всех юных красоток, чтобы мой Лоис всегда был со мной дома. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Господин Хаген. Пожалуйста, Маша. Ты что, обалдел? Не знаю. Уйду к партизанам. Не могу я больше. А Эльза может? Прикажи, перекинусь на ту сторону, явлюсь в трибунал. Я тебя здесь расстреляю! Без трибунала! Ваш дом, господин Алоис Хаген. Лансдорф просит племянника штандартенфюрера к себе в штаб. Да-да, Генрих у себя. Прошу вас поскорей.
Я думаю, дорога от резиденции Генриха Шварцкопфа до нашего штаба подходит для заставы польских партизан. Да, эр, конечно. Действуйте. Ищи польска не сгинела, пока вы живы. Зачем я им понадобился? Не знаю. Может быть, дядя тебя отзывает? Все возможно. Я был в Берлине целые сутки. Ну, считай, что не был. Я покажу тебе Берлин. Когда война кончится. А тебе что, не терпится? С тобой не хочется расставаться. Мне тоже, старина. Заверни куда-нибудь, я пропущу стаканчик. Не могу. Капитан фон Дидрих приказал тебя немедленно привести. Голову! Момент, пропуск. Вы лучше бы ловили партизан, а не у вас под носом. Порядок есть порядок. Поздравляю вас, вы совершили подвиг. Подвиг? Немецкий офицер. На дорогах Польши без охраны. Подвиг. Эрландсдорф, я хочу просить вас, чтобы Йоган Вайс был отмечен вами. Он спас мне жизнь. Рейхсфюрер Гиммлер обещал очистить территорию от поляков и до сих пор не очистил. Теперь вы сами имели возможность убедиться, Генрих, в каких условиях нам приходится работать. Я сегодня имел удовольствие беседовать с вашим дядей по телефону. Позволил себе несколько преувеличить достоинство его племянника, чтобы укрепить нашу дружбу. Благодарю вас, Герландсдорф. Вы знаете, какую должность занимает Зоненберг? Бригаденфюрер СС? Он ведет в имперском управлении безопасности политической загранразведкой. Так вот, Вальтеру Зоненбергу нужен офицер для личных поручений. Он решил подобрать его в моем аппарате. Йоган Вайс, лучшую кандидатуру трудно отыскать. Я полагаю, что принять решение по этому вопросу я буду иметь возможность несколько позже. Капитан Дидрих здесь? Да, да. Капитан, что случилось? Добрый день, ясновельможный пан. День добрый. Мои гранаты вас не задели? Слава богу. Я не хочу, чтобы он это слышал. Вы этому пану поручили покушение на Генриха. Оригинальная мысль. Племянник штандартенфюрера, сподвижник самого Гиммлера, карательные экспедиции, награды, расстрелянные виновники, которые вами уже пойманы. А что было бы со мной? Это был единственный свидетель. Хорошо. Мы должны забыть об этом. Я, пожалуй, поеду с вами. У меня машина что-то барахлит. Ты поможешь ему. Сядешь за руль. Или с тобой поступит точно так же. Умереть тебе, значит, на них сработать. Давай, друг. Салыга Андрей Андреевич, 23-го года рождения. Фаза. Какая маскировка у этого мальчика была? Да. Герой. Вы очень устали. У меня по 3 выхода в вечер. Ну, хочешь, прикажем. И Зубов бросит эту старуху завтра же. Она не старуха. И потом я сама подсказала ему жениться на ней. Так что ж ты тогда хочешь?
Не знаю, раскисла. Завтра выхожу на встречу с новеньким в 12. Открытку с видом. Что, газет уже нет? Возьмите, я прочла. Спасибо. Сумочку! Сумочку у мою украл! Украл мою сумочку! О, боже мой! Матильда! Черненькую такую! Матильда! Что сумочку! Что? Пропустите меня! Пропустите! Матильда! Воровка! Виновник сейчас отвратительно! С такой фигуркой пойти воровать. Я на ее месте не знал бы отбоя от господ немецких офицеров. Информация, которую я собрал, не содержит даже намека на причину ее ареста. Значит, следили не за ней, а за ним. Она не только его спасла, но и сведения, которые должна была передать ему. Да, оригинальная обстановочка. Как бы нам не пришлось текст речуги о самих себе составлять для траурного митинга. Штейнлиц. Судя по всему, она сейчас в Кёнигштайне. Тюрьма для особо опасных преступников. В Германии, в горах. Готовься. Где Чижевский? Ждет. Пришли его в бар. Меня опять никто не должен знать. Наш немецкий единомышленник. Я Воль. Вот это раньше. Гермайор шутит. То ж Варшава. Нет. Вся эта страна. Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Я бы не рекомендовал вам, господин Полонский, обременять память старинными воспоминаниями. У вас настроение плохое? Пиво. Снова из Берлина пришел отказ использовать меня как специалиста по западным странам. Там же настоящая работа для настоящего профессионала. А это восточный материал, только одни неприятности. Дитрих, ездит с тобой? А, прожектор. Чистоплюй. Черная работа не для него. Пора заканчивать эти вояжи по лагерям. Вы, как всегда, правы. Польза от них равна нулю.
Вот разве в Кёнигштайне покопаться немного? О, вот ты туда и поедешь, а меня увольте. Я тебе впишу в командировку этот маршрут и доложу Ландсдорфу, что обследование лагерей закончено полностью. Все. Так. День добрый. А, господин учитель, мы вас еще не повесили. Идите сюда. Ближе. Еще ближе. Вокруг колонна марш. Бегом. Все нужны. Срочно. Быстрей. Еще быстрей. Поставьте кружку. Пошел вон. Пошевеливайся, пошевеливайся! Будьте внимательны, действуйте молниеносно и сразу же обратно в Польшу. Секретный пакет. Так. Хорошо. Пройдемте к коменданту. Вы со мной, остальным остаться. Господин комендант. Извините, вздремнул. Очень много работы. Еще одна партия заключенных. Ну, куда их поместить? Придумаем что-нибудь. Серьезные персоны. Я надеюсь, они у вас надолго поселятся. У нас долго не вытягивает. Распорядитесь. Дежурный, примите заключенных. Проследите. Знакомьтесь, мой заместитель. Он ими займется. Большой специалист по этой части. Комендант преувеличивает. Мое имя Клаус. Спокойно. Берите его. Тащите. Сюда. Тихо. Ключи от камеры. В кармане, в левом. Связка. Пошел. Вас слушает дежурный. Охрана снята. Где ключи? Ключи? Срочно сюда. Понял. Иду. Рви связь. На всех постах наши! Назад! Назад! Остановите их! Стой! Стой, я кому говорю! Тихо! Прекратить панику! Переодеть! Выдать каждому документ и маршрут движения! Кто камеры открыл? Николь приказал! Где он? Не знаю. Туда побежал. Заканчивай наверху! Обер-лейтенант Герлх. Понятно. Не хочу! Давай! Найди Зубова. Есть, слушаюсь.
Я родом из здешних мест. Положитесь на меня. Где ты нашел ее? Нашел. Где? В морге. Господин комендант морг использовал в качестве карцера. Если бы ты видел, как она лежала там на трупах. Ты ранен? Не чувствую. Какого черта не чувствую? Сейчас наш Югослав починит тебе руку. Красивая Польша. Вношу поправку. Ты не можешь знать, что красиво и что некрасиво. Ты не видел Югославии. То не Польша, пан. То одно воспоминание. Я в Германии ни капли не боялся. А в Польше свободно можно было от своих пулю получить. Нельзя же орать, что я не немец, а венгр. Ничего, Янош. А меня, если убьют по очкам, я их все равно переиграл. Да, Яромир говорит правду. Двойной он знаменитым спортсменом был в Чехословакии. Я сам видел, как он боксировал. Если бы ты не вспомнил своих спортсменов, ни за что бы не поверил, что ты русский. Вы не обижаетесь на меня, Кунарт, что я иногда с вашими соотечественниками обращаюсь, ну, грубо? Вам надо побывать в Освенциме, чтобы понять, какие способы борьбы с фашизмом годятся, какие нет. Алексей, вот что я вам хочу сказать. Это немецкий народ стал первой жертвой фашизма, и я, кстати, тоже. И спасибо вам, что вы боретесь с нашими врагами всеми доступными для вас средствами. Да, но нужно бороться чуть осторожно. Конечно, он заслуживает более памятных отметок, чем это. Надо же немножко думать, черт побери, соображать, честное слово. Очень болит. А, пустяки. Твое здоровье. Все в порядке? Расходимся. Бригитта! Чует она меня, что ли? Ну. Пошли. Стойте, пожалуйста, остановите. Алоис! Спасибо, вы больше не нужны. Садись за руль. О, Господи. Алоис, что с рукой? Как мальчик из сказки. Смотрит на облака. Играет на флейте, а на город черные крысы напали. А при чем тут крысы? Мой муж носил черную униформу. И в лице его было что-то крысиное. Господин инструктор! Господин инструктор, кличка Гога повесился! Сам себя капут!
Благоразумнее будет договориться с Соединенными Штатами и с Англией. И совместно с ними покончить с Россией. Я полагаю, что эти проблемы касаются исключительно фюрера и партии. А при чем здесь партия? Я и мой тесть, известный вам фабрикант, не состоим в партии. Но наша фирма такими большими деньгами кредитовала движение коричневых в самом его зародыше, что мы имеем все основания считать себя акционерами с правом решающего голоса. Фюрер должен восстановить наше доверие. Мы поставили на фюрера. На Адольфа Гитлера? Нет, на фюрера. А что касается личности как таковой, то это вопрос вкуса. Я вызвал вас, голубчик. Работайте. Не буду вам мешать. Скажите, как ваша русская фройлен? В прекрасной форме. Нет, я хотел спросить... Голубчик, помассируйте мне, пожалуйста, раненую ногу. Я хотел спросить, верите ли вы, что эта юная представительница чуждой нам расы, связав свою судьбу с нашей борьбой, восприняла также и наши истины? Не уверен. Я тоже не верю. Посещая допросы русских, подлежащих ликвидации, я открыл любопытную закономерность. Все советские убеждены, что отрицательные стороны их жизни, которые ясны даже младенцу, временное явление. Бравада на эшафоте. Глупости. Они просто не хотят об этом говорить с нами, с противником. Но ведь в том, что ее отца репрессировали, персонально кто-то виноват, она может руководствоваться чувством мести? Коммунисты против террористических акций. В гестапо могли ей внушить подобные мысли? Обязаны были внушить. За неимением гербовой пишут на простой. Так говорят русские. Вашу фройлен необходимо доставить в школу. Сквозняк. С какой целью вы себя выдали за Ольгу? Теперь у вас есть основания мне немного доверять? Попала в плен. Донесли, что мой отец комиссар. Меня пытали. Назвалась Оля. Оля действительно воспитывалась у нас после того, как ее отца в 37-м. Я подписала все, что требовали в гестапо. Согласилась пойти в разведшколу. Надеялась перебежать к своим. От нас с вами, Нина, сейчас зависит многое. От меня и от вас? От меня и от вас. Мы едем в разведшколу. Вы должны улыбаться. А еще? Еще. Точно выполнять приказы немецкого командования. Остальное потом. И никакой самодеятельности. Сорвете задание. Курсантка Спица должна быть готова в любой момент к выполнению задания особой важности. Сначала отправим женщин, Вайс. Ясно. Мы готовы. На взлет. С Богом. С Богом. Сапоги-то наши, кирзовые. Разрешите вести? Кирзовые сапоги, шаман, добротная вещь, рассчитана на солидного потребителя.
Вайс, тебя в дежурку просят. Карта объекта есть? Есть. Советские деньги? Есть, по 10 тысяч на каждого. Часы, ножи, компас? Есть. Сейчас услышишь. Из штаба получена радиограмма с приказом выбросить усиленную тройку. Радист Хаке, Синица, старшие группы, Вайс. Деньги все сдавать. Ну, пожелаю. Давали-то час. Мы в квадрате, ребята. Пошел. Прыгались голуби. Давай тех. Они от меня ничего не добьются. Я лучше откушу себе язык. Вы понимаете по-русски? Да, я русский. Вас учили, что мы на допросах применяем пытки, бьем. Вы готовы вытерпеть все и ничего не сказать. Только ничего этого не будет. Вы немец, Вайс, Йоган Вайс, инструктор разведшколы Норд-1. Это Хаки, тоже немец, тоже инструктор. Вот он русский. Курсант разведшколы. Кличка Синица. Уведите этих. Есть. Я правильно вас понял. Вы хорошо понимаете по-русски? Товарищ старший политрук, разрешите, я дам письменные показания. Как угодно. Руки дайте сюда. Вот. Цель заброски, кто послал, ну, все как полагается. Садитесь. Хайль Гитлер! Заткните его! Господину коменданту! Что такое? Русский десант! Шире шаг! Шире шаг! Шире шаг! Где же это вам удалось так зверски простудиться? Понятия не имею. Лежать. Отказывается от госпитализации. Да. В нашей профессии низших благодарят, а платят высшим. И платят столько, что одной подобной операции достаточно, чтобы обеспечить себе старость. Но он еще не думает о старости. Напрасно. Молодость – это только средство, чтобы обеспечить себе старость. И ничего больше. Я рад за тебя.
Это была не только моя идея. Ну, не совсем моя. Ну, будьте благоразумны, Вайс. Вы понимаете, моя честь. Я знаю, с кем я имею дело. О происшедшем подробнейшим образом изложил на бумаге и вручил Генриху Шварцкопфу. В случае любого несчастья с Вайсом или Генрихом, бумага немедленно появится у штандартенфюрера Шварцкопфа Вилли. Да. Да. Мне сказали, что ты болен, что сердце? Меня здорово просквозило на аэродроме. Хакки спятил, слышал? Увезли в психиатрическую. Ты знаешь, что такое Вальтер Зоненберг? Конечно. Нет. Сам рейхсфюрер считает его коварство неодолимым и посему держит его при себе, как верного пса. Донесите рапортом. Был высажен советский парашютный десант. Такого-то числа в таком-то месте десант был ликвидирован. А потери как? 1 к 3. Обычные потери при любом наступательном бою. Рапорт должен подписать комендант гарнизона. Слушаюсь. Вы молодец, Вайс. Благодарю вас. Вы не в постели, Вайс? Вы настоящий солдат. Уже подписан приказ о присвоении вам офицерского звания и награждении Железным крестом. Подвиг, героизм – все это фейерверк. Нет, я отнюдь не пытаюсь умолить содеянного вами. Я хочу вам внушить мысль применить свои силы в стиле несколько ином. Доброе утро, господин обер-лейтенант. Берлин – это город моей мечты. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек, горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина?